Недавно депутаты Магаданской городской думы вновь обсудили вопрос строительства крематория. Речь шла о замене части зон природного ландшафта и транспортной инфраструктуры на зону ритуального назначения в районе объездного шоссе. Вечерний Магадан решил выяснить у жителей областного центра, как они относятся к строительству крематория в городе. Вы за или против крематория? Гордума собирается вновь рассмотреть этот проект. Как бы по своей вере тут хороним всегда. Ну, крематорий, видите, как вы. Сейчас такое кладбище это сделали новое. То уже лучше, надо сказать, что крематорий. Так, потому что кладбище очень ужасное там. Там оно и топит его, и ну, не смотрят за ним, как говорится. А крематорий, как бы, ну, я не знаю. Мы просто, видите, вера такая, что хоронить уже, как бы, наша вера такая, что захоронение. Ну, сейчас новое все кругом. Так что крематорий, как бы, оно будет лучше, как бы, ну, чище и с таким кладбищем, как там у нас новое, конечно, лучше крематорий. Крематория, ну, в нашей области, мне кажется, он не нужен, у нас мало людей проживает. А вы как считаете? И дело в том, что если будут отходы, у нас же будут, у нас же горы, и будут оседать между сопками. Ну, как-то. А вы как считаете? В принципе, почему бы нет? Бы не помешает, наверное, людям меньше как бы площади будет для кладбища. За. Почему? Потому что это более экологично. С одной стороны, нормально это. Ну, хорошая идея. Но это же не экологично же, правильно? Ну, я так понимаю. Тем более, если в черте города где-то. А так, ну, почему бы нет? Как вы относитесь к крематорию? За или против? За. Не знаю даже. Ну, может быть, даже за. Почему? На? Почему? Красоту не будут портить магаданскую. Не знаю, ответить на этот вопрос. Не могу сказать. Мне без разницы. Спасибо. За. Почему? Ну, это этично, во-первых. Во-вторых, кладбище у нас разрослось безмерно. Довольно дорогое в содержании, я это знаю. Точно. Ну и лично я бы хотела, чтобы с моим телом именно так поступили, сожгли. Я за. Почему? Чтобы места пустого больше было. Все, спасибо. Чтобы меньше было захоронений, потому что кладбища у нас как разрослись. Наверное, за. Ну, это кто как хочет. Вот я бы была, ну, наверное, за. Я думаю, потому что нет. Я не знаю, как-то нейтрально к этому отношусь. Я как-то не хочу, чтобы мое тело там червячки кушали. Или ученым отдать можно же еще. Как вы относитесь к крематорию? За или против? Ой, господи, спаси и сохрани. Вы что, идите в баню? Это ж...